Всем привет-привет, мои дорогие рукодельницы! Сегодня я вам хочу показать мои короны, которые я сделала на заказ. Некоторые мастер-классы я уже показывала, а некоторые еще могу заснять и показать вам. Пишите в комментариях, и будем делать их вместе. Фаворитами моими являются вот эти вот короны, которые можно одеть девочкам и принцессе, и снежной королеве, даже снежинке можно их одеть. В основном все девочки хотят быть принцессами, и поэтому я их делаю всегда очень много. Посмотрите, какие они красивые, блестящие, нарядные. Мастер-класс этих корон у меня есть на канале. Заходите, смотрите. Еще заказали мне вот такую корону. Эту корону можно одеть и девочке-снежинке, также девочке-принцессе. Видите, тут по фатину идут снежиночки, и поэтому мне заказали для снежиночки, маленькой девочки-снежинки. Вот такую еще заказали корону. У девочки платье розового цвета, и она хочет быть принцессой. И вот заказали вот такого цвета корону. На зажиме, как я уже говорила, у меня в основном на зажиме короны. Вот такую еще сделала корону. Это корона для снежной королевы. Она сделана из синельной проволоки. Вся блестит, переливается. Если хотите увидеть мастер-класс по этой короне, пишите мне в комментариях. Вот такую еще сделала для снежиночки корону. Она сделана из синельной проволоки тоже, но только белого цвета. Ну, очень нежненько смотрится, нарядненько. Смотрите, а это корона для звездочки. Под костюм звездочка. Смотрите тоже, как она блестит, переливается. Красивая такая.
сниму. Пишите мне в комментариях. Ну, а на этом у меня все. Это мои заказы, которые я сегодня же раздам. Вот такой обзорчик у меня получился. Ну, на этом у меня все. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик. И до новых встреч. Всем пока-пока.